Добрый день, вы на канале Модные практики. Напоминаем, что у нас видео выходит каждый день. Сегодня у нас не совсем обычные такие посиделки за чашечкой кофе, можно сказать. Я хочу вас познакомить с членами нашей команды Настей и Геной. Дело в том, что вы их еще не видели, но они давно с нами работают. Это наши невидимые кадры, которые делают режиссуру, монтируют и так далее. Но я хочу, чтобы обо всем они рассказали больше о своей работе сами. Дело в том, что у нас на канале стартует сразу несколько проектов, и о том, что происходит, я хочу, чтобы они вам сегодня рассказали. То есть сегодня хочу вам представить более расширенно нашу команду. Здравствуйте, добрый день или добрый вечер, или любое время, другое суток, в котором вы нас смотрите. Меня зовут Гена, как уже сказала Ирина Михайловна, да. Это Настя. Настя у нас будет вести новое, так сказать, видео, которое будет в формате небольшого шоу, бэкстейджа о нашем основном шоу, которое скоро стартует. В общем, Настя будет вам помогать видеть все, что видим мы здесь без камер. За кадром. Настя. Собственно, да, за кадром так называется проект, который мы запускаем для вас. А сразу оговорюсь, что, на мой взгляд, за кадром происходит правда. Когда выключаются камеры, происходит все самое интересное. Люди раскрываются, люди не сдерживают себя, потому что, когда большой брат наблюдает за нами, мы все стараемся выглядеть чуть лучше, держать осанку, держать лицо, что-то не говорить. В тот момент, когда все это заканчивается, основные съемки, на сцену выходили обычно мы с Геной. И будем выходить. И с нами люди хотели делиться, хотели рассказывать, хотели делиться эмоциями, впечатлениями. Ирина Михайловна, вы сами как человек очень увлекающийся, очень увлеченный. Сами знаете, да, что когда пробуешь что-то новое, потом буря эмоций, и этим нужно делиться. Вот то есть этого... я хочу добавить, что у нас будет модные практики шоу и будет модные практики за кадром. Две программы об одном мероприятии. Мы, как рассказывал ранее Алексей, в некоторых наших программах, которые прошли еще летом, мы набирали участников для шоу, для съемки шоу. Эти участники к нам пришли, мы сняли шоу, а теперь, в скором будущем, мы вам его покажем. Я предлагаю даже немного приоткрыть завесу тайны и вот сейчас показать небольшой фрагмент нашего шоу «За кадром». А какой именно бы фрагмент ты вспомнила? У нас на самом деле очень много всего. Что тебе больше всего нравится? Давайте начнем с кастинга. Начнем с кастинга. Ну тогда небольшой фрагмент кастинга прямо сейчас на ваших экранах. Приветствуем вас на канале «Модные практики». Вы смотрите «За кадром». Все, чем живет канал, когда камеры уже выключены. Все, что не вошло в основные выпуски. А главное, все подробности съемочного процесса уникального медиапроекта «Модные практики шоу». Меня зовут Анастасия, и мы начинаем. Масштаб проделанной работы, количество специалистов, занятых для производства и подготовки, а главная идея, которая легла в основу медиапроекта «Модные практики шоу», действительно позволяют назвать его уникальным. Единственная в своем роде школа шитья с электронными материалами для собственного изучения и домашними заданиями для офлайн отработки навыков. Все для того, чтобы вы научились шить. Того и делается для того, чтобы в людей вселить надежду. Но хочется, чтобы люди верили, что у них получится. Для этого мы возьмем какого-то ученика и показываем. Вот человек не умел, а вот у него уже получается. Конечно, все посмотрят и скажут, и у меня получится. Вот такой вот прошел у нас кастинг, собственно, вы там видели все самое интересное, да? Ну вы же помните, да, какие душевные люди. Помню, у нас я были. Хочу добавить то, что как бы на кастинге я участвовала как бы в жюри. Мы сидели внутри, в помещении, к нам заходили по одному люди, мы их расспрашивали, тестировали. Они были все, конечно, очень душевные, очень интересные, очень харизматичные. Но когда они выходили за дверь, там их ждала камера. Шоу «За кадром». И вот там поснимали то, что люди чувствовали. Мы этого не видели, потому что мы были здесь внутри помещения. Ну и там, конечно, было тоже очень все интересно. И ребята там поснимали, брали интервью. Они получили больше даже эмоций, чем мы здесь, потому что, ну, как раз там люди раскрывались больше. Вот как Настя сказала, что они за камерой больше раскрепощаются. На самом деле мы... Извини, что перебиваю. На самом деле мы их даже...
не только ловили уже после того, как они с вами пообщались, мы их немножко готовили. Мы вводили их в шоковое состояние. Человек только заходит к нам в модный дом, и тут сразу приходим, во-первых, его сажают гримироваться, дальше приходим мы с Геной, вешаем микрофон, между собой начинаем задавать человеку много вопросов. Рома причесывает, Светлана приводит лицо в порядок, чтобы это было хорошо в кадре, и мы задаем вопросы, и человек понимает, что это не просто, ну вот, не знаю, там, пришел, ушел. А это серьезный проект. То есть мы давали понять с самого начала, с порога. Ребята, вы пришли на шоу. Вот. Ну, немножечко, значит, все-таки стоит рассказать о самом формате, собственно, самого шоу. То есть все, ну, уже, наверное, знают, или еще, если не знают, тогда могу, опять же, приоткрыть немножко завесу. Само шоу будет рассчитано для того, чтобы... Ну, само шоу рассчитано на то, чтобы вы научились шить вместе с нами, чтобы мы вам показали на конкретных людях, что прийти и можно научиться шить у нас, благодаря нашему видео, благодаря нашим прекрасным наставникам, благодаря тому, что короткий есть срок. Это помещение. Да, то есть здесь куча специалистов, которые тебя буквально учат с нуля. Как я для себя видел это шоу, в принципе, когда была поставлена задача, что ж, ну, да, снять и обучить людей, на тот момент у нас возникла очень серьезная потребность по количеству желающих и писем, и всех остальных обучиться лично у Ирины Михайловны. Ну, такое огромное количество людей, это реально просто нужно было делать огромный институт и преподавать вам в качестве вот участника. То есть никакой мастер-класс по повышению квалификации тут речь не шла, и поэтому мы решили, если это устраивать, давайте как бы устроим это наглядно. И, соответственно, таким образом родилось у Инги видение нового шоу, нового формата вещания нашего канала. А к этому же видео сразу же пришло еще одно видение того, что нужно рассказывать не только о том, что происходит внутри вот этого самого замечательного мероприятия, где люди учатся, но и что происходит, то, что не входит за кадром, и, соответственно, остается только для нас. То есть только мы можем этим насладиться, тем какими-то маленькими улыбочками, вкусностями, шуточками, которые, к сожалению, не войдут во все шоу. И было принято решение, что мы, собственно, с Настей и запишем все эти для вас шуточки, все эти подковырки, все, что будет происходить вне основного шоу. Познакомим вас поближе с участниками, где они уже не будут в красивых платьях, возможно, сидеть и держать спинку, уже расслабленные там после жестких эмоций, которые они испытали здесь, позитивных, непозитивных. Вот такой вот рассчитан наш канал. Я поняла, что шоу за кадром будет не менее интересным, чем само шоу. Я еще вот что хочу сказать, что с помощью нашего шоу «За кадром» зрители, подписчики получают возможность в том числе влиять на результаты, на итоги шоу «Модной практики». Потому что у нас, вы с Алексеем об этом тоже говорили, я думаю, что не лишним будет напомнить, параллельно вместе с эфиром шоу «Модной практики» будет проходить конкурс в Инстаграм. Итоги мы будем подводить в нашем шоу «За кадром». Экспертами, естественно, будете выступать вы, Ирина и все остальные. Но какие-то итоги, какие-то слова, может быть, даже чьи-то вопросы мы будем озвучивать, если таковые возникнут, будем озвучивать у себя. И еще вот, ну, буквально последнее замечание. Чтобы никто не думал, что у нас все очень-очень серьезно и строго, что у нас одно сплошное обучение и больше ничего. Нет, на самом деле, мы такие же люди. Мы, вернее как, ваши наставники такие же люди, такие же веселые и любят пошутить и поюморить. Вот об этом всем мы расскажем. Смотрите, да, в нашем шоу, собственно, «За кадром», которое стартует уже буквально совсем скоро. Небольшой фрагментик этого шоу вы видели. Помимо
того, что мы познакомим вас со всеми, кто будет участвовать в модной практике шоу, мы также приоткроем завесу еще и на тех людей, которые сидят и делают, монтируют, снимают, шьют, где-то прячутся. Гримируют, причесывают и вообще как-то участвуют вообще во всех этих процессах, кормят. Которые да, происходят у нас в нашем ателье. В нашем модном доме. Еще немножко секретов о том, как мы делаем шоу за кадром. Гена является режиссером, оператором и тем человеком, который собирает из отдельных картинок, отдельных кусочков итоговый продукт. И он, наверное, лучше всех знает и всех участников, и всех экспертов. И вот он может рассказать об уникальности, наверное, и непохожести наших двух медиапроектов с чем-нибудь другим. Геннадий? Для начала бы, да, хотел сразу же попросить прощения у всех тех, кто смотрит и является подписчиками нашего канала. Некоторое время назад канал стал несколько меняться, вы все это помните, как это происходило, писали множество писем. Так вот, 90% критики, которые вы слали сюда, эта вся критика была посвящена мне, именно мне как режиссеру. Вот вы теперь знаете, как выглядит мое лицо, то есть если видите какой-то брак, косяк, то, чтобы вы назвали это плохо, теперь есть лицо, которое вот у вас должно возникать в этот самый момент. Это был я. Да, я, собственно, привел. Да, Гена является тем человеком, который много чего нового внес сюда к нам в канал. И он за кадром, просто вы его не видите. И теперь, в общем, если вы говорите, что там плохо настроен свет, где-то нету звука, вы сразу можете сказать, что вот это тот человек, и поставить мне, наверное, под видео здесь мне дизлайк, а всему остальному каналу, собственно, делать об этом не стоит. Ну, в смысле, не надо. Только я. Можете лично в комментариях, типа, вот Гена был неправ в этом смысле. А теперь возвращаясь же обратно к шоу, почему наш проект настолько как бы уникален, и хотелось бы, да, вот когда вы будете критиковать то, что вы видите, поймите, мы делаем это впервые. Не то, что мы делаем это впервые, не мы с Настей делаем это впервые, вообще в мире никто до нас такого не делал. Это как запуск космического корабля. Все было придумано здесь, это не плагиат на какое-то другое шоу. То есть фактически сейчас вы видите рождение абсолютно нового шоу. Это не пришло с Запада, нет аналогов. Да, нету аналогов, нету никаких других похожих мероприятий во всем мире, они вот начнутся только с нас. То есть мы проведем эту новенькую тоненькую дорожку, по которой пойдут дальше все делать вот такие вот мероприятия. Поэтому, если есть какие-то замечания, если вам что-то где-то не понравилось, ну, поймите, мы первопроходцы, да, бывают ошибки, поэтому сильно не злитесь. Шоу действительно абсолютно уникальное, то есть, ну, никто до этого не делал. Это совместная работа, ну, огромного количества людей, то есть автор шоу, несмотря на то, что как бы являлся одним, потом, собственно, появлялись много других идей, это все заваривалось в такую большую кашу и готовилось, и вот сейчас оно уже почти приготовилось, и вскоре вы его увидите. Да, людей задействовано очень много. Наша вся команда, плюс приглашенная команда операторов, стилистов. Ну, очень-очень большое количество людей вы увидите в шоу. Эксперты. Эксперты, да. Все наши эксперты не просто так появлялись в шоу. Хочу, опять же, ну, обратить внимание ваше, что каждый человек, кто у нас появлялся, это действительно эксперт в своем деле. Он действительно может что-то сказать и чему-то научить. С ними приятно общаться, и их стоит слушать. И, соответственно, у них стоит учиться. Хотя бы, ну, вот Ирина Михайловна, самый лучший эксперт, и это главный эксперт во всех наших шоу. Да, я рада, что мы сделали шоу. Я рада, что ребята так хорошо потрудились и сделали шоу за кадром. А вы будете... Вы будете ставить плюсики, галочки. И лайки. Лайки, да. Всем постить, обо всем и этом рассказывать. И поднимать себе настроение. Да, смотреть вместе с нами и радоваться. Радоваться тому, что люди учатся, и у них все получается. И настроение наших участниц прекрасное. Я думаю, мы сможем сделать так, чтобы это настроение передалось и вам, потому что тут сплошной позитив, просто смотришь, отдыхаешь.
как обычно. Как это отдыхаешь? Не отдыхаешь, смотришь, учишься, садишься, шьешь. Я думаю, нужно сначала смотреть, отдыхать, а потом опять садиться, смотреть и уже учиться с материалом в руках, то есть иголку в нитку там, и, соответственно, повторять за нашими участниками. Ну ладно, то, что... люди должны сами определиться. Главное — получать удовольствие. Главное — посмотреть раза 4. И ставьте лайки. На этом мы прощаемся с вами. Ставьте лайки, смотрите, подписывайтесь на наш канал, делитесь нашими видео. Еще хочу слово дать ребятам. Собственно... Мы уже все сказали, да? Да, мы все сказали. Пожалуйста, Настя, какие-нибудь пожелания? Успехов вам! До свидания. Да, всего хорошего. С вами были мы, Паукштейн Михайловна, Настя, и вся команда. Гена и вся наша команда.